Приветствую подписчиков канала Уральская усадьба. Начинаем сегодня мы монтаж. Теплица арочная 3М, крепыш. Разгрузили все. Здесь будем торцы обшивать. Вот там будет стоять теплица. Закончили монтаж теплицы арочная 3М крепыш. Габариты теплицы 3 метра в ширину, в длину 6 метров. Теплица свалена из профильной трубы 20 на 40, 20 на 20. Труба оцинкованная, полимерный порошковый окрас, цвет шоколад. Фундамент брус 100 на 100 пропитанный антисептиком. Поликарбонат новатора 4 мм 0,75 плотности. Гарантия, завод-изготовитель 14 лет на нее дает. Здесь разделенная дверь, форточка. Отдельно форточка, отдельно дверь. Везде защита СОД. Перфолента, торцевой профиль. Вся теплица защищена. Дальний торец глухой с форточкой. В теплице из дополнительных стоит две укосины для большей жесткости конструкции. Колышки в землю. Теплица четко, надежно. Теплица крепыш. Арки здесь свалены. Изготовлены из трубы 20 на 40. Усилители 20 на 40. Все качественно, надежно. Теплица на века. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!